Ребят, всем привет! У нас на обзоре сегодня Subaru Forester 2017 года. Итак, автомобиль пробит по обоим сторонам. Основной удар пришелся в правую сторону и, скорее всего, перевернули его на левую сторону. Вот так вот выглядит там удар. Заменят две двери, заменят порог. С аукциона вы видите, как он пришел. Он, то есть, не заклеен. Ничего, то есть, вода, все, снег, все это попадало туда вовнутрь. Мы сейчас все это упакуем, все заклеим. И в идеальном состоянии, то есть в упакованном состоянии, будем отправлять в Украину. Subaru Forester, 2017 год. Задняя крышка у нас целая, фонари целая. Так, я думал, что здесь электрическое открывание крышки. Нет. Вы видите, что у нас багажник. Итак, внутри у нас взорваны две шторки. Здесь мы имеем ремкомплект, докатку. В таком вот состоянии все это будет отправляться нашему клиенту. Диапазон цен этих автомобилей, ребят, в районе $5000. Хотите приобретать что-то подобное, имейте в виду, около $5000 можно приобрести вот такой вот Subaru Forester. От удара его положило на левую сторону. Вы видите, левая сторона менее повреждена, но точно так же повреждена. Это от асфальта. Делать заднюю четверть, разбита форточка. Эта дверь более-менее целая. Дверь задняя, водительская. Здесь мы видим, у нас к работе стойка. Рейлинги полностью все целые. Выскочил люк. На автомобиле 2000 миль пробег. Сейчас мы это все вам продемонстрируем. Опа! Дверь просто заклинила. Опа, открыли. Здесь внутри по безопасности у нас также заклинил ремень водительский. Взорван аэрбэк сидения пассажира. Полностью вся целая панель. Вы видите, 2888 миль пробег данного автомобиля. Шторки работают. Ой, не шторки, щетки. Сейчас протрем стекло. Вот так вот. Ну что, сделаем небольшой драйв-тест. Автомобиль, вы видите, едет вперед, назад. У нас работает камера заднего вида. Да, действительно, что впечатляет, это пробег. 2888 миль. Это практически новый автомобиль. Цена в районе $5000. Это нормальная цена за такие автомобили. Такие автомобили мы покупаем не только под восстановление. Такие автомобили мы покупаем и на разбор. Здесь мы разбираем автомобили, упаковываем в контейнера и отправляем нашим клиентам. Ребят, хотите приобретать что-то подобное? Плюс 1-267-632-4774. Вайбер, ватсап. Пишите, звоните. В описании под видео продублируем наши контакты. Итак, морда у нас вся целая, капот полностью целый. 2000 миль, новый двигатель. Кто-то у меня спрашивал, ребят, по поводу цен на эти автодвигателя. Смотрите, можно приобретать такие автомобили, разбирать на запчасти, и вы имеете практически все новое. 2000 миль, это действительно новый двигатель. Так, далее у нас полностью целые все фары. Крылья я вам уже показал. Два крыла к работе. Получается, из целых запчастей у нас задняя крышка, два фонаря, передний бампер, две фары и капот. Все остальное здесь нужно делать. Делать и это крыло, все двери, и задние четверти, и задний бампер. Я думаю, тут также нужно подкрасить. Да, под покраску. Напомню, диапазон цен этих автомобилей до $5000, ребят, в таком состоянии. Пишите, звоните. Предоставим вам любой аккаунт на любой аукцион. Поможем выбрать. Пройдем сертификацию, таможню. Сей Моторс, добро пожаловать за покупками автомобилей, машинокомплектов, запчастей из США. Мы лучшие.